Всем привет, ребяточки! Вы на канале History from Самочка. Мы находимся... Я нахожусь в Днепропетровске и возле музея, технический музей машины времени. Поэтому не буду задерживать. Давайте начинать с такой вот красоты. Я не знаю, как это называется, но в общем... УАЗ? УАЗ. УАЗ. Это вездеход. Броневик. Это Луаз. В общем, броневик, вездеход. Ну, переключаюсь. Погнали. Угу. Здесь есть ретро-кафе. Но уже коктейли я поставила рецепт. Я в шоке, ребята. Посмотрите, вы помните эти автоматы? Дети 2000-е. Вы не поймете этого. Это просто кайф. В моем детстве таких уже не было. Еще а вот было. Это фен. Это фен, да, парикмахерских. Я это помню из американских фильмов старых. Да, ну только что в детстве у меня был морской бой. Если бы такое было, мы бы сознание теряли от счастья. Ух ты, машина печатная. Пепельничку сюда, я не в шоке. Попала в прошлое. Это кайф. Слушай, так это лучше, чем есть. Сиротки вот, которые включаются. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, помогите. Ручки. Сейчас. Сейчас тут надо все просто. Вот эти вот шторы. Это же... Представляешь, с этой дивной сумкой? Такое авоська? Сейчас, подожди. Смотри, бобин. Я пела... Я музыку узнавал через бобины, меня брат учил этому всему. А это что-то какой-то комп, типа? Ну, нет, это AirWire приставка. Вот тут я, конечно, вообще... Как может это первый? А вот это? Клавиатура, да? А это кассетные что-то? Кассетные что-то. Кассетные что-то. Ты ищи запорожцев. Ребятки, у нас квест, надо найти 15 запорожцев, и тогда нам будет какой-то билет бесплатно и сфоткать. Кошелечки у бабушки такой был, кошелечек. Все классно, все воспоминания, медали. Кассета, я не знаю, что это за кассета. Да, тут вы понимаете, да? Это все. Это все, это вот эта елочка, посмотрите, просто. Помните у бабушки в серванте? Все вот это все было. Сигары. Вот это все кассета. Кто, Есенин или кто там? Есенин. А, колонка. Посмотрите. Вот кто любит ретро, тот вообще сейчас получает кайф. Видео. Это Тетрис? Да, первый Тетрис. Я в шоке. Поручную. А то? Ну, тут тоже игра. Какая это, да? Это кроссовая. Так, что туда Лего? Лего было в то время? Это не Лего, это советский был. Это же Лего. Спизжинный? Ну, видишь. Вот, видишь, что из него делали? Уебище. Ну, как и сейчас, вот, видите, автомобиль это делает? Вот это уже хитя вообще. Женская сумка Гуччи. Так, сейчас за такую, знаешь, сколько этот вот? Страшные деньги. За такую идею, посмотрите, ну, молоко. Классическая, это вот эта авоська. А авоську я помню. Это большая авоська, это маленькая авоська. Авоська. Хорошо. Это авоська, дик авоська. Я такой не это. Типа авоська XXL, да, это кассовая пара. А по плащик как тебе? Огонь, так он новый, смотри. Ну, линза. Сейчас ты... Так, цена, ГОСТ, по ГОСТ, как она там? Да все. Подождите, это еще не все. Термос какой? Сандальчики. Стульчик. Это под квас. Стульчик, у моего папы до сих пор такой стульчик. Под квас? Да. Ой, я такого не застала. Пойдем? Нет, не пойдем. Мы сейчас пойдем в эту Нарнию. О, вот эти автоматы, морской бой у меня был любимый. 15 копеек стоил. Морской бой, это пиздец. Ох. Я его обожал просто. Это вообще... Значит, это
Знаешь, как собрали все осколки из моего детского воспоминания? Так, ребятки, пишите, узнали товарищей, я так понимаю. Я только одного узнала. А телефон какой? Это вам не айфоны. И мать его так. Посмотрите, коллекция машин. Смотри, что темно, тут просто я уже фонарь не буду доставать. Корона? А вот это как на синтезатор или что вот это вот? Вот это? Это радиола. Радиола. Это типа радиоприемник с этим. Подожди, где запад? Радиола и... Москвич. О! Запад, мамкины выкрутасы. Да, да, да. Да. Телевизор. Пылесос. Посмотрите на телевизор. Кто еще помнит вот эту вот красоту телевизионную? Посмотрите. Пылесос с пленочкой. Как эти называются? Пленки непроявленные, да? А теперь, опа, узнали этого товарища? Пишите, пишите. Юрка, Юра, мы все проебали. Не подсказывай. Да, Юрка, все зря, китайцы уже на войне побывали. Да. Ты серьезно? Так там можно все 15 найти. Нет, ты не поняла, это третий. Там я в том зале уже два спал. А что ж ты мне дал? Я же даже не знаю, как он выглядит. Даже тетя Аша говорит, какой его быстрый мужчина. А, слушай, а как же тогда запрошься, если ты слепого на фотографии? Посмотрите, кто застал вот эти времена? Я нет, у меня этого всего не было. Тетрис! 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 Жесткие диски, правильно я говорю? Вот какая-то штука-дрюка, электроника. Вот отпечатать машинки. А вот это вообще без понятия, что это такое. Пишите, что это. Тут тоже без понятия. Что оно такое? В это можно играть, ребятки. В конце выпуска мы обязательно поиграем в эти игры. Я бы никогда не играла. Вот в эти еще приблизительно... До сих пор и вот эти. Ё-моё! Посмотрите, какие игры. Они рабочие. Дэнди, Сега. Сука. Сука. Ты думаешь, в журнале есть Запорожье? Ну, здесь. Это ж не зря, да, там если типа стоит. 15 просто найти, это не так просто, как может попадать. Я вообще не думаю. Квесты это не моё. Ну, смотри, по крайней мере, уже что-то интересное, как бы. А какой год? Максимум. Помните журнал? Что-то такое помню. Максимум, да, был такой. Там прям пост... 11 августа, а какого года, хз? А это движок, типа, вот стекло? Да, да, это как его? Запорожец, нет? Смотрите, какие ковры, диваны устроены коврами. Вот это все. Это все шедевры. Мыска для писем, короче. Не знаю. А вот это автомат. Вы такое видели вообще? Вы такое видели? На коллекции. Погляньте, куда. Шевелится. Подводная лодка. Вот сколько стоит уже это вот удовольствие поиграть. Ребята, мы туда заглянем. Боже, я никогда такое не играла. Морской бой. Прекрасно. Прекрасно. Вот и поиграем. Ой, ребята, вот это турне. И мы только прошли первый этаж. Давай поедим в кафе. Ребятки, тут кафе, если оно рабочее вообще. Вот.
мы тут кафе. Ну, мы же уже были, но мы еще не кушали. Пожалуйста. Уже освободилась. Пожалуйста. Да. Напей коловый, например. Просто. Кто-то чипсы тогда были? Ребятки, тогда были чипсы? Алёнка, когда мы шоколад кладем, сразу же брали. Колосок. А вот это молоко. Да. Здоровенная макина. Краз. Континент. Сколько больше? Континенталь, ребяточки. Не знаю, что это за машина, но очень здоровенная. Дальше. Дальше. Чук-чук паровозик, я не знаю. Это как детский, или это просто муляж советского паровоза, слово пар. Тут куча инвентаря. Но если это детские паровозики, то это, наверное, муляж настоящего паровозика. Мы можем посмотреть. Да, ну можно посмотреть просто, что тут про машину пишут. Как вам креселка? Пойдем посмотрим на все. Сейчас я тебе покажу, давай. Какие приколюхи. Ну, идем, погнали. Давай, дверь вперед, ты просто. Давай. Во-первых, это что? Бочка с пивом. Бочка с пивом? Так не пальцем. Ну, жопа большая. Квас. Пиво. Окей. Я застала квас, так. Вот тут садилась тетя, давай, садись, как тетя, и выдавай, пожалуйста, в бокал пива. Вот, хлебный квас столько. Вот, пожалуйста. Хлебный квас, не пиво. Ну вот, написано пиво. А хлебный квас Антонина, это пиво? Антонина, будьте любезны, большой бокальчик. Большой бокальчик пива, будьте любезны. 6 копеек. Сейчас. Вот я уже на карту перевел. Мысль. Проверьте карту. Давай в будущем мы мыслим. У вас уже все у вас уже на карте. Это вот да, бочка. Тут сидела тетя в белом чепчике и продавала квас или пиво. Подожди. Да, ляшечки. Ебать. Да, вот такой бы я купил пиво. Вот такие тети сидели, да, ляшечки. Я же в ретро. Оставляли ляшечки. Я кайфую от таких бокалов и стаканов. Мне вот какое-то родное мамки на грудь. Слушай, надо попросить, чтобы еще раз эту песню включили. И снится нам не рок, а космодрома. И еще 100 килограмм. Зеленая трава. Да, трава у дома. Зеленая трава. Ну вы поняли. Да. А это вот, смотри, это один из первых подъемничков. Это вот такие стояли в автомастерских, но таких не было. Это уже какой-то новый. И роклы, кстати, тоже не было. Тут уже стоит рокла. Рокла, это погрузчик, но их не было. Мужики были просто грузчики вместо этих роклов. Это какая-то... Прокладки на блок цилиндров разных машин, мигалочки. Вот это, кстати, вот такого плана были заточные станочки ручные. Да, вот это вот стояло в пивбарах сейчас. Идем. Это вот типа в автомастерской бывали всякие солидолы, литолы. Выглядит эти, да, всякие растворители там.
масло, азмол, литол, казмол. Вот, это типа вот так вот выглядели мастерские с кучей всякого говна. Они реально так и выглядят, говнище. Я думаю, в гаражах так и... Ну, сейчас оно солидненько все, а это вот так вот гаражи сейчас. Так, а вот это, кстати, с бочкой с пивом, тут есть очень интересный столик. Вот такие вот стояли, да. И, ну, я тебе так скажу, таких красивых девочек там не было. Там были, конечно... Своего общем, времени красавиц. А что ты думаешь, они стояли вот так вот? Для меня это мужчины только с бокалами. И бабы стояли. Тоже пиво пили, конечно. Нихуя себе, так это баба просто. Да не. Так, а вот это вот такие всякие тесочки. Это какая-то шняга, я даже не понимаю, что это пока. Хотя должен разобраться. А это вот опять же погнали. Штуки. Смазка. Смазки. Слово знакомое. Это же, смазка. Да, не, это же не вазелин, это просто смазка. Ну, это для машин. Да, для вот этих приборов. А это вот, смотрите, смазка жировая. Или вот, например, синька для покраски. Ой, синьку помню. Для отбеливания. Да. Нет, районки. Это синька, которую добавляли в побелку, чтобы ярче хата выглядела белая. Синьку добавляли. Ух ты. А что, не знала? Или медный купорос, или синьку. А кто из нас смотрел, что купорос? Ну, так что ты не знала, что? Нет, конечно. Синьку добавляли, чтобы ярче белый цвет был, добавляли чуть-чуть синьки. Ну, я понимаю, что это логично, но я не знаю. И вот тут всякие шняги висят. Красивые крылья какие-то, блядь, старинные. Вон от такси дверь. Ага. Вообще дверь от такси, как блядь. В булочную не ездят. На такси наши люди в булочную не это ездят. Это какая-то штука. Видимо, что-то... А. Это весы. Потом раз... Нет, это какой-то аппарат, который показывал поступательное движение, что-то такое. Ну, в общем, непонятно. Какой термос. Термос, какой да, термос. Старинный. Вот, это токарный станочек советского производства. Тоня Токарь. Трогать нельзя, к сожалению, нельзя. Можно, чуть-чуть можно. Чуть-чуть так. Вот, это что-то. Это трактор. Трактор. Самый натуральный трактор? Гусеничный трактор. А на этих лавочках мы... Ты прям, кстати, возле... Знаешь, чего ты села? Самогонный аппарат! Совершенно верно. Я знаю! Детство! Это мое детство! Вот и вот, спиралька. Это мое детство. Стекало. Это вот самогонный аппарат с охладителем. Самодельный. Ну, их не было заводских. У кого? Вы обязаны написать, у кого есть... Похожий. У кого травмы детства связаны с таким... Это был самый лучший, как этот, член семьи, ну. А сейчас же ты понимаешь, что это просто член. Спиртное – это отрава. Поэтому если это у кого-то был членом семьи, теперь понимаю, что это просто... Ладно, не буду. Вот, кстати, прикольная машинка, которая, вот да, объезжала, она ж над машиной заезжала. То есть это какой-то погрузчик, загрузчик. Какая маленькая, красивая, смотри, машинка внутри. Да. Ну, это, кстати, мопедик вот этот вот. Это уже современная штука. Это же круто. Почему таких нет? В совке был какой-то муравей непонятный и все. А тогда вообще асфальтовые дороги как, нормально были? Вообще, как люди ездили? Ну, почем ездили? Учитывая, что машин было в 50 раз меньше. Миллионов? Ну, машин да. Было совсем редко. Но. Прям редкость. Поэтому дороги не так разбивались. Ну, говняные были, конечно. Ну, и асфальт же был нормальный, да, если был? Нет? Ну, такое. Что? Макет? Ну, просто не так... Не, это уже современный какой-то. Кто это? Как его зовут? Спейси. Хонда. Хонда Спейси. Ага. Ну, вот, значок. Спейси, да. А смотри, вот так вот тарелки в столовой брали, да? Да, это для выдачи. Сейчас покажу. Для выдачи тарелок, наверное, я не знаю, или это для мойки. Для выдачи просто. Телефоны вот такие, директорские. Да, это по-любому Брежнев. Компата. Зайдите, да? Да. Вот будка сторожевая, кстати. А я не я такого не помню. Сторожевая будка, ну где-то там стояла. Фух, посмотри, это просто мечта. Это мечта. Ну ты что, мечтать надо, например,
Не знаю, Майбахе, а не Муравье. Это самодельная амфибия. Самоделка, да. Да? Это не Лосев сделал? Не Лосева самоделка? Не-не-не, Лосева то... С лосенок, я знаю. Я думал, может, у него еще одна. Журавей? Пожалуйста. А вы там, где машинки стоят? Подсказки просят. Так. Вот так вот картоху возили, да? Да. Ничего? Все, все, что надо. Да. Это... Никогда не знала, что есть какой-то трактор, типа, который под машину можно подъехать. Надо. Надо. Тарань! Тарань! Что, велосипед с мешками соломы? С картошкой, там уже... А это то, что стоит на улице, вот это вот. Один из первых, это ЛуАЗ, да? ЛуАЗ. Я уже вижу вас. Волынь еще он назывался, это вездеход. Это паровой? Это натуральный трактор. Иди я тебя на нем прям. А залазь. Можно на нем? Можно, можно. Залазь. Я хочу это видеть, как ты на него залезешь. Это квест очередной, точно. Очередной квест. Залезь на трактор. Ты же спортсмен, у тебя получится. Сейчас я спортсмен, как прошлый. Нет, я офигрён. Это вообще... Ой, ребята. Смотрелась бы, я не помню. Да шо, ты вообще понимаешь, что ты этот? Водитель трактора. Ты понимаешь, что нам потом нужно пройтись по... Что ты прячешься? Сядь нормально, красиво. Это красиво, это красиво смотрится. Это один из первых тракторов вообще существующий в мире. И ты на нем сидишь. За руль, за руль. За руль. Держись за руль, не стесняйся. Помощь. Не, ну красота, слушай. Ляшечка хорошо. Засмутили меня. Засмутили. Да ладно. Красоту ее ничем не засмутишь. Конечно, конечно. Ладно. Как залезла, я понимаю. Знаешь, иногда слазить еще сложнее, чем залазить. Первый раз, между прочим, сижу на трассе. Ну, все бывает первый раз. Слушай, вот эта сидушка вечная. Все бывает первый раз. Фуфайка. Куфаечка. Знаешь, как в селе говорили? Куфайка. Куфайка. А что? Куфайка. Да? Ну, потому что F не могли выговорить. Куфайка. Фу, неудобный звук. Куфайка, да? Говорили, да. Идем, позвони. Позвони мне, позвони. Позвони а мне. А ради бога. Ты понимаешь, что ты зашла в квартиру Чебурашки? Лиза? Он жил, Чебурашка жил в этом. Будки, вот это же он, это его будка. Позвони мне, позвони. Это анекдоты рассказывают, но мне они не интересны. Позвони мне, ради бога, через время протяни. На-на-на-на-на-на-на-на, я не помню слова песни. Это кайф побыть в будке. Я обещала залезть. О, скорая помощь зеленого цвета. Залезть? Да я залезу. Смотрите, тут даже можно сесть. И тебе за это ничего не будет. Вон газ, тормоз, сцепление. Я уже не помню, где сцепление, где газ, тормоз, чтобы вы понимали. Почему здесь два рычага? Тоже не понимаю. Вот эти кнопочки, это, наверное, воду выливать, заливать. Вот там сзади у нас, что это такое? Как его? Каска. Ну, собственно. А вот я в пожарном советском автомобиле. А посмотрите, какие здесь сиденья. Тут просто сплошное сиденье. Тут не два сиденья и не три. Просто кайф. Какие-то такие, что я вообще даже, ну я не знаю, ну вот я вам, да нет, у нас сигареты, хотя нет, а ты... сигареты могут забанить. Это же коллекция. Да?
Ну да. Ну мы же не курим? Реклама, ну да. Лайка, крутые папиросы. Плохо очень так. Не освечивай. Кто-нибудь узнает что-нибудь? Кто-нибудь что-нибудь? Как? Мелодия. Какие названия? Регата. Звучащие, да? Слушай, должны быть где-то сигареты Мутквари. Я в юности такие курил. Мутквари. Не вижу. Ну, вот это крутые типа были. Болгарские. Родопи. Родопи, Ява. Ту, где-то я видел. Ту, вон 134 сигареты, да? Да? То есть ты была типа еще, приближался к еще, самолету? Да, была еще Вера. Шибка. Крутые. Шибка это самые одни из самых дешевых. 1817. Это типа дата издательства? Да нет, это про Шибку. Морфлот. Потом были, да, да, были, потом, подожди, еще были БТ, еще были... Ой, я забыл какие, но это были крутые, болгарские, это типа супер крутые сегодня. Октябрь. Почему октябрь, а не декабрь? Вега, подожди, Вега, что еще? Искра. Попутки, Вега. Вега была такой вишенкой пахнет. Синистер. Полет, Вилс. Кент, между прочим, Кент. Кент, ну это не, их не было. Не это, тот Кент? Ну, а старый, это... да, но как бы в сортире его не продавали. Там даже сигареты есть в Кенте. Видите, сигареты. Крест. Ну это уже такое, больше многие 90-е. Селена, Ява. Многие вот это то, что это в 90-е уже появилось. Краснодар, блядь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, вот эти вот называли. А вот это вообще что? Табак жалюки. Вот это вот называли регата, потому что они были гады. Регата? Регата, да. Регата. Вот эти портагас, это одно из утяжки могло прямо плохо стать, потому что это из кубинского табака портагас. Ядло такое было ужас. А 475 что? Тоже сигареты, но это они уже потом начали появляться. А как тебе это дойно? Ну, не пробовала, не знаю. Надо... Голубые купола. Голубые купола. Голубые купола. Душу мою ранили. Даллас. Далас, что-то. Дорожные. Кто в дорогу собирался? Дорожные. Слушай, серьезно, купить. Нету этого. Мы к твари были сигареты. Мы ну, к твари. Видишь, не в приоритете. Азербайджан. Азербайджан. Вилс, Аида. Это Мучафер. Очень, очень... Мультифильтр. 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 Вот это? А, нет, вот мультифильтр. Я не вижу. Мультифильтр. Казахстанский. Лучафер, это как... А, да? Крутый. Я Василиса Прекрасная. Флорида. Вот эти Дукат тоже известный. Дукат. Дукат. Ну все уже, видишь, за...